вот. Я это и так все знаю, я все это умею. Да, да, так. Hello everyone, this is your daily dose of internet. China decided to build a replica of Paris. They try to copy everything down to the smallest detail by using the same style of architecture. The Eiffel Tower they built is only about a third of the size of the real one. Чё? Типа фейковая башня, что ли? Нихуя. А, в Китай. А. Реально. Letter. Вы, суки, блядь. Мы с Тамарой ходим парой, да? Кого? Как це мило. Для каких? Котики. This giant chimney in Slovenia was converted into an extreme rock climbing wall. Эч, ля башня. Моя, кстати. Что, блядь, по ней забираться? А, что? Охуеть. Охуеть. Нихуя себе. Ну, получается, если бы не страховка, все, она бы уже разбилась. О! Обалдеть. Долбаю! This person has cancer and recently underwent chemotherapy. Here's a video of him построить, давай. Showing the side effects of the treatment. Че? У него рак? Охуеть. Пиздец. Ёбаный рот, нихуя. Пиздец, это страшная хрень. Или шо у него? После химиотерапии ебануться. Пиздец. Пиздец. It's okay, no, it's... Ой, бля. This patch of grass... Охуеть, охуеть, охуеть. Got a water bubble stuck inside of it. What? Фу, бля. Как будто по пузу бати ходишь, блин. Сколько дашь за эту картину? А нахуй мне твоя картина? Я свою продаю, блядь, алло! Алло! Что никто не покупает, охуели, я чё зря This рисовал? Bunny hates it when someone messes up the sheets on the bed. Бан? Ля какой, ля-ля, сука, чё делать? Ля, This guy made his own grappling device. Че? А, нихуя, серьезно? Хе. Ву, бля. Я в какой-то игре такой видел, уже забыл. Ой, нихуя, может так и руку сломать. Бывает. This person got their hair wet to see if it would freeze out in the cold. Чего? А! Ну, вы спрашивали, как мне удается строить башню? Так вот так же и делаю. That's the end of this video. I hope you like... Я ее замораживаю, ребят. Я намочил голову так вот, хоп-хоп, и быстро в этот... В морозилку голову засовываю, и все. А, точно, Just Cause. Just Cause игра. Угу. Something new. And I'll see you guys again very, very soon. Later. Ой, какую самую...